Теперь жители Стерлитамакского района вызывают скорую по единому федеральному номеру 03. Старый диспетчерский номер 220222 будет работать только до 31 марта 2016 года. Связано это с реорганизацией районной станции скорой помощи. С нового года по решению Министерства здравоохранения республики ее объединили с городской станцией. В результате часть сотрудников районной неотложки переехали на территорию городской. Изменений в работе станции никаких мы не отмечаем. Я думаю, что качество оказания помощи останется на должном уровне, не упадет. Поэтому, в принципе, в общем-то, изменений особо жители, в общем-то, города, я думаю, что никаких изменений в работе скорой помощи не заметят. Всего с начала года жители Стерлитамака и Стерлитамакского района вызывали скорую помощь 6490 раз, как раз по единому номеру 03.